Да, сделаем просто так. Вот, в общем, Might and Magic Duels of Champion тренинг. Я не сыграл ни одной партии. Вот сейчас и начнем смотреть, что у нас. У нас тут колода есть, Heaven, добряки, в общем. Нас тут учат, говорят всякие гадости. Клево. Два героя. Оппонента. Муфор атак. Все понятно. Убили. Заблокировали. Энтурн. Ничего себе. Привет, Эстольд. Слушайте, ну это слишком сложно прям. Да ладно, это победа. Плюс 800 голды сразу. И 200 экспириенса. Ну, мало, кстати. Так. Training grounds, погнали. Да они меня попросили разбираться в этой игре. Вот я сейчас сижу и разбираюсь. Так, хенд. Supply. А я смотрю, у нас такие разношерстные парни. Единственный вариант это, наверное, повысить майт и сыграть вот эту карту, да? Контрим гуля. Контрим. Это понятно все. Антон. Хардстоун-то тащит, тащит. Боже ты мой. Так. Тогда это. И погнали топить героя вообще. Мне кажется, мы могли его вообще убить сразу. Две жизни у него там. Ну, что ты там поставишь? Пять гуля. Слабенько. Ладно. Да ладно, еще 800 голды. Прям столько голды дают. Если в Хардстоуне столько давало, было бы вообще изи. Не знаю, трудно оценивать, сколько это 800, но у нас уже 1600. Border Keep. Ну, погнали. Будем сражаться с Банши. О боже, у них 4 хп. Full size. Так, front size, back size. Лучники сзади.
У нас крутой лучник. Сразу гулька. Сразу арчер еще. Да ладно. Подождите, а почему грифон? Я не хочу грифон, я хочу. Нафиг мне грифон. Четыре хп там у него. Да я бы поставил другого, надо было майт качнуть и поставить еще круче. Вон Radiant Glory. Мы поставили какого-то краба вообще. Ну ладно. Я бы лучше сыграл, чем тут учат. Я уже больше шарю. Но, нифига себе. Вот это раскастовка. Полегче. Ты что делаешь? Чё он там? Ок. Да это же чит. А, что за... Ну ладно. Долго это будет продолжаться еще, интересно. Орк какой-то. Давайте его замочим. Еще одна банш. Давай. А у него сразу лучник стоит, ничего себе. Так. Так вот даже, нифига себе, вот это заклинашка. Сразу двоих снес в нули. Клево. Все, он боится теперь. Зачем мне экстра ресурс? А, этот чит такой, да? Потом сразу двух, майт и двоих сразу. Ну-ка давай. Порвем их. Так, полегче, дружище. Полегче. Там вообще кто-то смотрит этот беспредел? Интересно. Поздоровайтесь хоть. Кажется, нет. Не дефся. Да мы и так тут выиграли уже. О, нифига себе, сколько народу оказывается. Ну давайте, кто там профессионал, учите меня играть в эту игру.
Мы тут фармим, фармим, короче. Так, Indicate сам, так, хорошо. Всем здорово. О, народ подтягивается. Так, instant or ongoing. Дальше это значит? Ух ты. Да, и что это за щит? Где наш спелл? А он вообще просто на все что ли действует? Умри! Я почему на атаку получил? Immune to retaliation, ну и почему его так поджарило, я что-то не пойму. Ну ладно. Если аккаунт, ну он только что сделал аккаунт, и что тут делать? Полутай! И как полутать? Блин, 6 часов, я не знаю, может быть... В смысле? Может быть, 6 часов уже прошло? Беда. Сейчас проверим. Да, и что делать? Есть еще, оказывается, можно полутать было что-то. Много карт новых. А я зафейлил. Ну и где? Ничего-то не лутается, ничего. В общем, ладно. У меня псы какие-то нападают, смотрите на них. Сказали не дефаться, но не дефаться, значит, надо убивать все. Огонь. Ну я хочу. Опа-на! Вы видели, что он сделал? Что это такое было? Имунтон. Так, суп атак. Он заключил атаку, соус атак, лично за same line. Один тут атак включил за сканцию. О, я неправильно тут заблокал. Смотрите, мне как на гриле. Пипец, так и помереть можно. Герой, давай. Соберись. Он сейчас меня еще раз пробьет, смотрите-ка. А мы заблочим и не пробьет. Клевое придумал. Нифига себе! Что за берсеркер? 6-4. 4. Ладно, умри тогда. Офигенно, тренировка такая, конечно. Обнадеживающая. Ладно. О-о-о! Давай. Файт. Мне колода Хевена нравится. Нравится терпильная колода. О, 10. Чё он там celebration сделал? Player draw a card? Не-не-не.
Я тут сейчас ему устрою. Так, что у нас? Хилочка есть. Ну, хилочку, наверное, не надо. Надо грифону поставить. Давайте сейчас я его накажу. За все сразу. Раз, сюда грифончика. End turn. Между ними retaliation, а отдача типа. Так, Magic Time, as long as this creature is in play, your level is increased by 1. Ого-хо. Да ладно. О, давайте хила поставим. Kill to enter into play phase. Во, сейчас поставим хилочку. Ударим. Поставим еще блок. Можно еще заинкрысить что-нибудь. Кого из колоды? Тихо, меня тут бьют, я ничего не понимаю, что происходит. Так, этого мы убить не можем, да, типа? Два атаки, надо чем-то блокировать его. Ну-ка, поставь. Ну, похилились еще. А, она бегать может, типа, только, да? Ну и все, сейчас хилится. А вот это будет ли хилить его? Как она хилит-то? Что не происходит ничего? А. Карта с костром прикольно. Фортун инстант. Ну, смотрите, тут что-то произошло. Это что такое? А, это этот дает, походу. Она не хилит! Надо было переставить ее. Точно, надо от лучника ее переставить. Это раз. Давайте. Валим сюда. Так. А мне кажется, почему-то сейчас, если этот ударит, он пробьет здесь все, поэтому надо убегать. Правильно я говорю? Правильно. Убежать мы можем только туда, тогда подставим здесь лучника, наверное. Тупо. Этим подвинем. Этим сюда ударим. Хил. Зачем нам хил? Понятно. Так, фортуну давайте жарить. Хилочка есть. А что это хилит? Кого она хилит? Любого можно прохилить, да? Хил 3 damage. 3 damage некого хилить тут. А мы можем еще что-нибудь сделать? Походу нет. Дрой карт. Понятно. В смысле героя разменивают? Так я не жалею, я спокойно вот тут мучу. Я просто пытаюсь тут. Блин, вот эти опасные ребята, они по всему ряду же бьют. Воу, нас спамил. Она еще стреляет, оказывается. А она хилит себя, я надеюсь. Она себя не хилит, она похилила только его. Омага. Chant Creature Gets. Так, слушайте, он меня сейчас убьет реально, походу. Надо срочно спамить что-нибудь. Так, ну вот этим мы как бы убиваем. Вот этого. Давайте spell power. Вот еще вот это сделаем. Так, лекарь умрет, да, если мы не это. Так, давайте похилим его. На максимум. Потом вжарим вот так. Он все равно умрет, кстати. Тут плохо как-то. Я не хочу, чтобы он умирал.
Хочу, чтобы он жил. Ну ладно. А, не, не умрет. Он сразу же убил. Че я туплю? Так. Чику надо спасать. Куда же ее спать? А, она везде умирает, да? Тут. Ну ладно, ничего страшного. Че еще могу сделать? Да ни черта я не могу сделать. Может быть, защитить Грифона? О! Клёво. Тихо, меня пробивает. Сейчас поверху вжарим вот с санбарстом. Все, кажется, мы сливаем уже. Явно надо прокачать Spell Power. И какой-нибудь жесткий блэс качнуть, да? Я не вижу смысла на самом деле его качать. Давайте на пробитие поставим сюда, парня. Нет, перестановку тратится только ход. О, тихо-тихо. Офигеть, он намутил. Он мне тут все наубивал, ребята. Это провал. Так, это шил там какой-то. Тут что у нас? Эчплеер трое карт. Тут тоже Fire Shield. Я же умру от Fire Shield'ов. Ставим сюда. Еще дрой карт берем. Флайнга ставим сюда, чтобы пробивать. Знаете. Но. Ты слаб. Да пока непонятно, что за игра. Если честно. Дрэкард Орифа выход ключа за банда New Game. О. Куда это ставить? Давайте дройка. И все что ли? Ладно. Фигня какая-то. Что это? Это такая. Ачивмент. Меня попросили постримить эту игру. Вот я стримлю. Попросили. О, нифига себе, сколько денег дали. Вы видели? 8 тысяч, 22 тысячи, левел ап, 12 тысяч, что-то там еще. Реварды прошли, в общем, все вообще прошли. Тренинг. Дальше давайте. Подождите-ка. Тренинг Orc Invasion теперь. Другая, но очень затягивает. Не знаю, меня пока что не затягивает, если честно. Мне все кажется, все это что-то не то. Погнали лучше. О, смотрите, даже мулиган можно теперь делать. Воин Серафим с регенерацией. Циклон. Да. Вставляем. Every time open place health you 2 damage from your hero. Понятно. Так, за 2 что мы можем сделать? Sunburst, это нам не надо. Ну, давайте, Imperial Sentinel. А здесь что? If you haven't played cut, stronger cut.
А, ну у нас есть что выставить, да? Мы можем прокачать, тем более. Майт качаем и выставляем. Парнягу, который блокирует всем урон. Милишный. Окей. И воспринят вот так вот роги. А, то есть у него есть рога, да, который там что-то неплохой такой, да, но чтобы им атаковать, нужно платить ресурс. Понятно, понятно. Причем рога не очень, мы можем передвинуть этого парня просто и будет клево. Так, а сейчас мы делаем так. А, ресурса не хватает, что я делаю? Мне не нужно, давайте, не знаю. Ну, застрелить сможем. Он нас бьет по нему 3, и следующим ходом мы 1-1. Нет, не можем застрелить. Доставим лучника сюда просто. И вообще сюда. Жаль в атаку убивать. Что-то у меня все время ресурс простаивает, мне это бесит немного. Заплатил, что-то там ударил. Давайте лучников наставлю. Что, мне жалко, что ли? Подождите, у меня есть Серафим с регенерацией. Вот это я хочу. Ну-ка. А, ресурсов-то не хватает. Блин, какая-то странная система. Ладно. Восемнадцать зрителей. Там доту сейчас смотрят. Да я сам смотрю доту. А, все закончилось? А кто победил? Ну, Нави слили, короче, да? Я понял. Так. Что у нас еще тут есть? Да я чувствую, тоже сейчас буду в Хардстоун играть. Так, этим бить нету. Просто пробиваем его вот так, на халявку. Так, пауэр не нужен. Спел пауэр нужен. 16 зрителей — это успех. Тихо, давайте посмотрим, как Серафин регенерируется. Это очень интересный момент. О! Отрегенился. Клево, клево. Мы выиграли, да? Ладно, все понятно с этими ребятами. Дали 50 каких-то силов. Голды, экспы вообще зачем, непонятно пока что. Но мы, в общем, тут проходим все легко. Давайте дальше. Да-да-да. Солдат, иди, убей. Крокхока какого-то. Опа! А что это такое? Я что-то не понял. Immune Retaliation, Immune Retaliation 2. Подождите-ка, меня предали. Смотрите. Да ладно, это шимба какая-то. Видите, что творится вообще? У него сразу 2 и 20 здоровья, и мне уже страшно. Все, пошло хп вниз. ГГ какое-то началось. Так. Уничтожают. Тут, в общем, не похаляешь теперь, я смотрю. Давайте ставим этого сюда и ставим виндшилд, чтобы терпеть. Давайте мы его тоже уничтожаем.
А, нет, смотрите, другая карта, кинь-4. Да, давай тогда так и сделаем. Так, 4. Санрайдер, это кто? Ага, это бегущий чувачок, который всех пробивает. Да, это клевая вещь, кстати. 2-3 хп нам могут снять. 4 здоровья. Грифона мы типа сзади, да, если что, можем поставить. Давайте будем пробивать их всех. Я их себя хилить могу или только этих? Так, риталышина нету. Валим, валим. Все. Ну и чё? Понимать бы, что он там делает вообще. Вот, смотрите, халяву заблокировал какую-то. Так, что у нас есть? Хилочка, хилочка, это клево. Мы тут двоих пробиваем насквозь, вообще убиваем всех. Тупо всех. Так, тут три атаки, тут не заблокировать, кроме как вот этим прикольным дядькой. А тут еще прикольный дядька есть, кстати. Давайте его и поставим. Оп, минус 2. Нормально. Тут вообще убили. Тут вообще убили. Да вообще раскладываем всех. Звуки какие-то неэротичные. Сейчас что-то там. Так, ну здесь мы живем. Норм. Кстати, надо было все равно этого чувака ставить сюда, я так смотрю. Так, хорошо. Этот же чувак летает, да? А мы эти можем подвинуться? Да, ты давай вали сюда тогда. Бить не будем арчера, так уж и быть. Будем разбираться вот с этим парнем. Можно прохилиться. А, ну спел пауэр тогда поднимем. О. Гарпии какие-то летят, эльфы. Тут нас подблокировали. Тут хила больше нету, кстати. А вот, кстати, хилер. Хилер, лечи. Будь мужиком. Мы тоже подблокируем, я так понимаю. Снова. Этим смысла бить нету, я так понимаю, да, чтобы не умереть следующим ходом. А, подожди, а как он убил-то? Я не понял, он же не должен был убивать. Офигеть. Подстава чистой воды. В очередной раз меня подставили. Так, вот здесь какая-то опять. Бьем их. Помиду раш. 4. Впаял. Впаял на 4. Норм. Не, все. Че ты можешь-то? А, давай еще карту возьмем. Так, что-то Крэк Хейк этот... Что делать вот с этим вот гадостью? Где мою? О. Кстати, а чё я спел пауэр-то не качнул? А-а-а, подга... Раем. Реально, ребят, подгораем.
У этого 6 атаки, 9 атаки следующим ходом прилетит. Что ж ты делаешь-то? Нам блокировать чем-то надо сейчас. 12 атаки! ОМГ! ОМГ! Чё, почему? Шесть. Дискарты карт. Так. А, надо было... Блин, у меня все ска... Если выживем, то выиграем. Если нет, то нет. Тут 12 атаки. Нормально вообще? Че он натворил? Так, все, 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 все. Быстрей! Убейте его! Так. Офигеть, вы видели вообще, что произошло? Я в шоке. Можно зациклонить, можно это, но это не убивает его, да? Так, все, давайте его убьем просто, он мне надоел. Потом поставим вот этого сюда, будем пробивать его насквозь. Чтоб он не умничал. Откуда у него столько атаки там было, я в шоке. Все. Да, игра, конечно, посложнее, так можно сказать. Так, ну вот. Ну-ка, вот так нормально. Дальше. О, два защиты, вообще огонь. Сюда погнали. Лечись, как никогда не лечился. Тут мы уже поняли, надо бить. Дрок-карт нету, да? Давайте это повысим, будет всего у нас по 4. Типа того. О. Хо-хо. Неплохо. Так это победа, ребят. Зачехлили вообще изи. О, неплохо. Не знаю, как в эту игру играть, на самом деле. Ну, в плане того, что там есть турниры какие-то, это, в принципе, интересно. То, что я сейчас делаю, вообще ничего не понимаю. Там 280 миллиардов карт. Аренка меня побольше, конечно, порадовала, насколько я вижу. Чё он сделал? Спул пауэр качнул, кстати. Пауэр — это хорошо. Поставили лучника, стрельнули один раз ему по лицу. А он вообще ничего не делает. Если честно. Так, есть хилочка, есть вот это, есть... Ну давайте лучников расставлять, что нам жалко, что ли? Вон, все эльфа поставили и довольны. Я не понимаю, что он там делает, если честно.
Ну вот, грифоны пошли такие же, как у нас. Но это чисто отдача. А нет, смотрите, он что-то намутил. Поставил какую-то чушь. Так, ну окей. Ну все равно убиваем тупо вообще. Изи. Убили изи. Спеллпауэр надо качать, потому что у нас тут заклинание есть, стекло. Офигенная тема, оказывается, я не знал. Опять отдача какая-то. И здесь отдача, и тут отдача, везде отдача. Прикроем нашего лучника. Лечилку даже некуда поставить. Ставим так. Спеллпауэр качнем. Так, вначале стреляем, а потом сразу ваншотим. Изи. Стреляем. Нет, здесь не можем. Да он вообще никого не убил. Что это за краб там играет? Это даже легче, чем Крейг. Кто там был? Не, так ты слоника не продашь, дружище. Не продашь. Так, хорошо. Где тут Spell Power? Я думаю, что циклон тогда заюзаем немного. Чтоб никто не расстраивался. Пусть стоят там, думают над своим поведением. Да, лекарем. Ну, давайте поставим лекаря, окей. Потом заблокируем. Когда умрет наш этот. Мы тут выиграли уже, по-моему. Чего я туплю. Да, это миссия. А что, вы хотели, чтобы я сразу пошел в турнир? Я же никогда не играл в эту игру. Пока что все проходим на раз-два вообще. Дают кучу всего. Сейчас будем карты какие-то, наверное, покупать. Как обычно. В таких играх происходит. Да, всем привет. Ну, Хардстоун мы будем играть. Давайте через часик какой. Сыграем Хардстоун, пока тут вот накостыляем всяким парнягам. Которые не очень. Ну, я понимаю, что смысл. Логично. Логично. Ага. Даже ничего поставить не можем, да, по факту. Давайте отбежим. Опять он грифона блокирует. Да откуда у тебя столько всего-то? Ты. Буду Spell Power срочно качать. Потом так приедем. Так, ставим этого. Убегать некуда. Убить тоже смысла нет. Миллигвард. Давай отходи сюда. Тут драться не может, вообще ничего не может. О! Ой-ой-ой! Слушайте, мы сейчас проиграем, кажется. Офигеть, нас жарят! Вот это я понимаю. Единственный способ выбраться из этой не очень ситуации, кажется. Поставить что-нибудь внятное, там, не знаю. Этого парня сюда, например. Следующим ходом поставить склон. Что-то там делает тэк катру. Да, он топовый. 11 хп осталось, ёлки. Надо лечение, у нас лечение там где-то есть. Нет, не это.
Так, ну-ка, spell power, циклонов много. Ну-ка, по всем. Так, хорошо. Тогда лучника надо подводить, я так понимаю. О чем мы не можем? Уже нету ничего. Ё-моё. Так, ладно, убиваем. Убиваем. Так, давайте ей впитаем дамаг какой-то. То я так слишком много получаю. Она же не может атаковать. Блин, они же не могут атаковать. Надо было сюда ставить, чтобы полечить его. Ой, я краб. Я же специально сделал. Да. Так, все, он походил вроде как, да? Хорошо. Санбюрст. Это нам не надо. Да, зафейлил я немного. Так, хорошо. Все равно второй раз циклон шпарим. Ее переставляем сюда. Этим пробиваем так. Этим в лицо. Этот ходить не может. Здесь мы делаем инкриз. Так, хотя, может быть, надо было карту взять. Не. Может поставить сюда, когда-нибудь пробью, тогда этой карты получше. Play this card. Что он там делает, непонятно. Ой, это какой-то гвард, смотрите. Клевый. Так, мы здесь отхилились. Тут 1-1-4. Милигвард 2 вообще. Если у него милигвард, значит надо лучников под него ставить, чтобы он умирал. Как вам такая идея? Мне кажется, клевая. Так, хорошо. Ставим лучника сюда. Ставим лучника сюда. Сейчас будем его расстреливать. Делаем другой карт еще. Сможем вообще прикрыть все это дело. Либо в лицо бить. А, не, у нас спел есть, если что. Чё происходит? Так, ну 1 хп остался, окей. 2 хп. Тут мы прохилимся еще, кстати. Вот. А сколько Sunburst сделает? 3 дэмэджа, да? А, тогда плохо получается. Тогда плохо. Так, Air Elemental, окей. Это понятно, здесь все отхилены. Так, ну, стреляем сюда вначале. Окей. Тут простреливаем так. Тут простреливаем так, правда, она подлечится, кажется. Кстати, мы можем... Да, кстати, можем, смотрите. Мы можем так убить все. У нас останется 1 хп. А потом сюда и отличить все это дело. Клево я придумал. Клево. Здесь мы тогда можем поставить вот этого парня. Еще карту взять, еще в лицо пробить. Вообще разруливаем по красоте. Лекарь сейчас отхилит этих двоих, если он их не убьет. Здесь у нас все заблокировано. Здесь какой-то пипец вышел. Реально пипец, смотрите на них. Он отхилил, кстати, его. Это ничего. Мы тоже хилимся знатно. Так, таргет кричер на шестерку можем впаять неплохо так. Ну, потому что вдвоем они его пробьют, а один не пробьет. Вот мы сейчас его этого одного и завалим. Так, давайте вот это сделаем. Кемпфайр. Еще один лекарь. Не, нафиг нам лекарь. Но вон Санрайдера лучше взять. Так. Одного так минусанули знатно. Хорошо. И вот Грифон еще сюда впаяем. Ну все, это не жить тебе, золотая рыбка.
Муахаха, а этим не будем атаковать. У меня вон все поле забито, смотрите. Как мы оппонента переигрываем в нули. А че такое? Ему только вышел хил 3. Вот тут и прист. Он по двоим жарил. Чардж. Он пробивает насквозь. Вот приста не проперло. Ну ладно, все равно победили. Всем привет, ребят. Мы тут... В общем, занимаемся фигней какой-то. Пытаюсь я оценить эту игру. Пока что не получается. Че, опять все прошли? Ну ладно. Ачивменты зато дают какие-то. Так, компания нашла. Wolf Soldiers. Да ладно, мне третий левел надо. А как я третий левел могу получить? Что, в дуэли надо идти? Так, ребята, кто знает, что тут происходит? Мне говорят, надо в дуэли идти, у вас левел маленький. Так, дуэль, я надо туда с колоды идти какой-то. У меня ж колоды нет. Смотрите, у меня 40 тысяч денег, давайте купим что-нибудь. Ничего покупать надо. Так, давайте, чтобы преимущество иметь, надо убить кого-нибудь. Во. Premium Herald of the Void Pack, смотрите. А есть что-нибудь нормальное? Heroic Box, The Box. Ну так неинтересно. 20 тысяч. Эмилио Пак. Берем. Да. Печати не трать, иди стандартно, сыграй дуэль. Я боюсь дуэль играть, там же нормальные люди. Лидерборд, я на первом месте, я надеюсь. Нет, походу нет. Джекпот турнамент играем. Джекпот турнамент. Жесть. Ладно. Дуэль. Ревард, XP boost. Всем skill to win gold, XP increase your skill rating. Get more. Мне надо купить gold boost или skill boost? Скажите мне правду. Ой, я купил что-то, кажется. Сорок пять процентов скидка, надо брать. Вот стартер дек тоже прикольно, смотрите. Это же не Хардстоун, а ну так я же там разве не написано, что это не Хардстоун? Написано Might and Mail Duel of Champions, правильно? Мы попросили зрителей постримить эту игру, я вот стримлю, все равно куча недовольных. Ну что это такое? Ладно, дуэлька, окей, файт. Hello, how to easy 1001 deck? I'm 31 level. Congratulations, man. I am playing first time now and I... Wow. No. Mulligan. Во! Что-то есть. Против нас страшный какой-то чувак. Такими аппер играет, я боюсь теперь. Кто ходит? Wait. Poor play. Так. Блин, смотрите. Мы уже, в общем-то, проигрываем, походу. Так. Он прокачал... Что он делает? А не, Майт прокачал. Ну ок. Давайте так тогда. Мы вроде не умираем от его тычки. У нас вот есть вот такая штучка, милигвард называется. Да, комбат дэмэдж забирает.
бустеры бери. Тихо, это что было? Destroy all outgoing spells. Не понял, что я. Until next turn, Millian should crit from enchanted rock, cannot attack. И зачем он это сделал? Я что-то не пойму. Он же сам себя заблокировал. Ой, Крабелиус! Нормально, вот это я чувствую победу уже где-то. Где-то рядом чувствую победу. Так, хорошо. Давайте ставим сюда парня. Атаковать же я не могу, я могу отойти, кстати. Да нет, стоим на защите. Ой. Скачал бы русский, а зачем? На английском такие игры тоже клево, нет разве? Уже все понятно. Опа. Мне кажется, Creature Magic Shooter. Magic Shooter! Ребят, это Magic Shooter. Как мы его должны убивать теперь? О! Смотрите, здесь халява вообще. Он первый атаковал, нарвался, теперь мы его убиваем, изи. Клёво. Так, хилочка, да? Sunburst. Deal 2 damage to all enemies. Нет, это не надо. А, ну это мы и не можем, по сути, да? Ладно, тогда у нас за 3 майта все есть. Давайте ее Spell Power качнем. Вот. Сейчас он огребет. Нам за 3 надо ставить, короче, я так понимаю. Давайте вот сюда ставим. Этого мы просто нагибаем. Этого мы тоже даем в щи. В общем-то, все, да? Да. Ноги тебе в лицо. Я знаю, будем играть мы в Хардстоун. Успокойтесь, ребят. Ну, все хорошо. Я еще для XCOM еще старт на рандомил один. Так что поиграем во все. Сейчас дуэльку выиграть хочу. Хочу наказать кого-то. Инфект один. When this creature does attack damage to creature, the creature gets one poison counter. Do one per counter, creature poison counter на бегине. Тихо! Меня траванули! По-моему. Как же так-то? Меня травят, черт побери. Травят. 5. Слушайте, он реально офигел. Что ж получается, он меня отравить хочет? Давайте тогда я его так пробью. Один разочек. Здесь я его убью просто. Здесь я качну все-таки еще один Spell Power. Хилочку юзать смысла нет. А вот грифончика с 4 жизнями я поставлю. Но грифончика вот сюда поставлю. А этим стоим в дефе. Будем сакрифайсить его. Ну что скажете, играю как бог или нет? Кто тут топ? Creature Shooter. Creature Flyer. Полегче, парнишка. Так, ну вот убили нас. Ну мы его застрелим зато сейчас. Все, сдулась золотая рыбка. Все, он, кажется, проявил слабость. Можно 2 по всем, кстати, вжарить. Так, арчер еще один. Давайте. Насколько? Нет, не получается так. Или не вжаривать.
Что тут это делать? Или это простой агричер? Да, простой, смотрите-ка. Можем просто стоять, терпеть, а можем похилиться даже, кстати. То есть можем поставить тогда... Не знаю. Давайте сюда вот так. Здесь так. Здесь хилочку сделаем. Здесь, понятное дело, вжарим. Блин, тут... Дарчер... А, подождите, я же могу его... Я же убить должен был. Зомбаря этого противного. А тут можно бить теперь. Во! Раскидываем этого некроманта изи вообще. Для новичка отлично играешь. Я вообще не понимаю, что я делаю. Если честно, тут это поле, тут реталейшн эти всякие. Ну сейчас, вот сейчас, о, сейчас циклон зайдет, смотрите. По всем. Но всех убиваем, в лицо пробиваем. Циклон, циклон. Кстати, мы так всех убиваем, можно циклон не тратить. Тратить циклон или лучше выставлять что-нибудь, не знаешь. Кстати, вот этого парня не убить. Жизнь, он что-то делает. Destroy all agonists. Пурч какой-то там взял. У меня нет уже outgoing спиллов. Что он пытается сделать, я не понимаю. Так, жизнь, deploy this turn. Так, вот, кстати, можно заковать кому-то. О! Давайте клерика... А, все, нет уже. Что за бред? Кстати, можем зачистить поле вот этим spell инстантом. Точно. Давай. Умри, животное. Так, а теперь хилинг. Пусть лечится. А, ну получал. Щи. Да, неплохо мы его... А, мы даже можем еще карту взять. Серафим! Вперед сейчас перед лучником поставим, и все будет хорошо. Кажется, мы победили. Choose target creature card. Graveyard. Опа! Давай все вперед ставь, я тебя тут проциклоню. Будешь знать. Зачем он это сделал? Все, мы его убиваем следующим ходом. Смотрите, мы тут полечились. О, что за poison? Почему он отравлен? Офигеть можно. Так, ну этого мы убиваем сразу вообще без проблем. Здесь нам нужно качнуть один раз вот это, чтобы вот этого варьера поставить сюда. Тут бьем, тут бьем, тут бьем, тут бьем и выигрываем. Like a champion! Like a boss! Wolf Soldier, Endurance бонус какой-то, Skill Rating, Health Remaining. Я вообще его в сухую вообще выиграл, нормально вообще, Highest Damage. Неплохо за одну дельку нафигачили. Ну ладно. Ну и выиграл я. Так зачем мы проходим, если тут легко так? О. Смотрите, что делать. Grow your reward. Cash in или grow? Next reward in 23. Mission 2 unlocked. 50 тысяч. Ужас какой. Что-то она какая-то мрачненькая игрушка. Если честно.
Так, компания. Зачем компанию вообще проходить-то? Посмотрите, мы же легко ее проходим. Принципы игры я сам еще не понимаю особенно. Ну как? Ну принцип игры один. Надо убить героя оппонента раньше, чем убьют вашего героя. То есть защищать своего, убивать оппонента. Есть карта, да, вот это поле, на которое выставляются всякие юниты, которые, соответственно, контролируют правила игры, да, то есть... Вот наш герой. Так, ну у нас тут фигня вот какую-то сдали, да, давайте мулиган сделаем. Все равно фигня, вот сейчас мы затерпим. О, у нас стоит чувак, смотрите, сразу. То есть вот этот парень, да, вот он каждой клетке вот... Слева и справа дает плюс один защиту от мили. Видите, мили-гвард есть, вот я знаю. О, можно, кстати, смотрите, своего чела убить. Так, ладно. Ладно. Увеличиваем майт, чтобы призвать. Видите, тут каждый юнит что-то стоит. Ничего вызвать не можем. Каждый юнит что-то стоит. Вот видите, вот этот грифон стоит 3 просто ресурса и 3 майта. То есть вот я прокачал майт специально, чтобы его... Ого. Слушайте, он меня тут пробьет сразу. Мне не нравится. Так, надо убегать. Блин, что-то у нас вообще все плохо. У меня вот есть санбюрст. Есть что с санбюрстом потом его? Давайте убежим. Хоп. Потому что этот парень нам нужен, он дефенс дает. Ну ты наглец. Вот как раз под санбюрст он все и себе сделал. Draw a card or if you have creatures on the button than you, gain plus 4. Ага, то есть вот я вот сейчас могу взять и получить плюс 4. То есть плюс 2, у меня будет 5. 5 что мне дает? 5? Я смогу поставить Lesser Air Elemental, кстати. Угу. Толку от него никакого, я смотрю. Так, вот это вот 5 жизней, его не убивают за один ход. Соответственно, мы ставим его точно. Да, давайте его и поставим. За 2 у нас нечего делать. Да. Причем у него еще защита будет от этого. А хотя не будет, его убьют сразу. Не, будет, если мы его передвинем сейчас вот сюда. Да. Мы его двигаем. Как бы так. А, подождите. Надо что-то повысить. Ну вот, чтобы элементаря сделать, например. А, еще циклон, возможно, нужен, реально. Не, ладно, вначале давайте это. Так, ну вот, кстати, уже потяжелее немного стало что-то. Блин, вот он блочит. Так, ну вот мы живем. Мы сейчас насквозь пробьем. ХП у нас тратится. Так, ну вот, нормально. Причем у нас есть хилочка, да? Так, у нас есть вот эта штука. Наверное, тогда сыграю проще. То есть мы терпим. Мы тогда сыграем сюда один раз. Прохилимся. Жарим так по двоим. Здесь не будем бить, потому что нам нужно здесь танчить. И, соответственно, здесь пауэр прожгем. Ну вот и все, вроде как. Так, у него еще одна. Ну вот одного спелпауэра не хватает, сейчас бы очень неплохо было прожечь. А как он его убил так сразу? Как ты его убил, ребят? Он расстреливает меня. Так, вот здесь две ланаи эти дуранские, да? У нас есть вот зато Серафимчик зашел. Санбюрст не очень, да? 3 дэмэджа он никак не пробивает.
Так. Теперь у нас будет плюс 2, да? Больше кричеров, чем у оппонента, соответственно. Видите, ор написано, то есть если он больше... Короче, в любом случае, increasable power. Плюс 2, 7 нам надо. Грифон и за 4 что-нибудь. Да, надо. Юзаем так. Что такое? Ага. Понял. Трое карт. Вот, 4. Выставляем танкиста какого-нибудь. Соответственно, Серафима, наверное. Хотя вряд ли он что-то сделает, если честно, я так смотрю. Он просто завалит мне. А ну, кстати, нормально, нормально, я понял, как мы сделаем. Так, хорошо. А Грифона тогда поставим. Серафим танкует, а Грифон пусть за Серафимом жарит. Ну вот, мы начали тут разгребать как-то. Давайте дальше смотреть, что будет. Так, гуль. Разъяренный какой-то. 2-1, регенерация. Нифига себе. Щит еще какой-то поставил на него. Gain life drain. То есть он бьет, еще life drain получает. Так, Серафим у нас вылечился. Отлично. Так, хорошо. Так. Spell power. И циклон, да? И нам нужно этого убить, чтобы он не смог Серафима убить. Отлично. Как это сделать? 2-3. Серафим бьет, выживает. Да-да-да. А тот не будет атаковать, и мы лучника поставим. Или не поставим. Не хватит маны. Блин. Черт. Ладно, все равно циклон тут какой-то разъяренный вообще, пипец. Бьем сюда, бьем в лицо. Бьем этим грифоном сюда. Потом Серафимом добиваем. Кстати, можно Сандбюр заюзать? Сейчас прям. Убить вот эту хрень. О, нормально. Изи гейм. Ну чё, ребята, как вам? Как вам я? Нормально? Тащу. Тихо, что-то поставили. The next time is dealt to a creature. Что? The next time command destroyed. А, то есть, я понял. Подстава чистой воды, подстава, ребят. Так, вот хочется спасти Грифона, как бы. На 2 полечить его. То есть у нас есть клерик. Да? Поставить его, например, всю толку сюда-то. Кого-то все равно потеряем, да, типа. А, можно тогда поставить его вперед. Пусть он слона и там дерется. А клирика поставить сюда. И, например, взять карту. Блин. Не годится. Так, когда этот чувак, у него регенерация, то есть бить его вообще бесполезно. То есть не бьем тогда. Бежим вот вперед, бить этим. Этим тоже не бьем, потому что мы умрем тогда. Стоим, в общем. Хотя, может быть, надо было передвинуть-то. Не, он лечится, что я говорю такое. Какой-то, короче... Ой, зло какое-то началось. О, приста убили. О, ничего не полечится. Ой-ой-ой. Ой-ой. Ой-ой, какая беда. Так, хорошо. Power. Давайте фортуну юзать. Бам. У нас 10 ресурса. Точно фигарим сюда. Точно фигарим еще раз сюда.
Точно ставим этого в блок, потому что этого блокировать надо. И тогда сюда еще вот этого ставим. Опять же бежим. Опять же тогда... А, ну тут в любом случае, да, убиваем. Так, бежим сюда. End turn. Из-за чата всех карт не видно. Да там карт у меня нету. Слушайте, он достал пристава мочить. Что за фигня? А, пристав выхилился. А что там? Автор начат открытия move for attack, сделал 2 damage. А, то есть, если я буду двигаться вот этой штукой, да, то есть она будет погибать. Так, ну у нас тут... Что у нас тут можем сделать? Так, event. Нет, берем трое карт вначале. Так, Sunrider. Отлично. Здесь мы лучником можем пострелять, поэтому я не буду стрелять, постреляю, поэтому убью вот его. Sunrider. А что тут поставила? Life Drain. Блин, Life Drain, это же пипец. Сколько у нас? 8. Тогда ставим здесь сюда. Ну, тут без... Вот так только можем сыграть, да? Так, а здесь просто Лича сносим, смотрите, изи вообще. Все, кажется, зарешали. Что скажете, победа? Кто в курсе? По-моему, да. По-моему, это победа. А нет, еще не победа. Так, что тут можешь? Давайте возьмем карту. Нифига, эта карта нужна была. Так, здесь пробиваем. Убиваем. Стреляем. Еще карту можем взять. Еще хилинг даже есть. Да ладно, не будем юзать. Что тут юзать-то? Так, нас тут убили. А, когда... Ну, победили, в общем. Коллектор. Инкам. Ладно, на тебя. Ну, первая победа легкая достаточно. Кто там говорил, что будет сложно. Элементарно, ребята, элементарно. О, без анонса играем. Нормально вообще. На премиуме без анонса. Это, думаю, что никто не смотрит. Ну ладно. Так, Whispering Forest. Ну, кстати, сделаем анонс там какой-нибудь. Что начнем играть... Так. Ну, это не то. Что у нас сегодня? 25 число, да? Во сколько в Хардстоун вы хотите, ребят? Сейчас 4 часа, 4 по Москве. Давайте в 6. В 6.30. Не в 6 просто. По Москве начнем в Хардстоун. Как вам такая идея? Не до, там, не знаю... 12. Ну, спасибо. Так, ну вроде в трансляциях есть. Так, нам тут еще какой-то следующий квест дают. Отлично. Ну давай, бегин, я же нажал уже. Флэшбейн. Короче, какая-то... Какой-то Бейн.
Так, ну у нас опять начальных юнитов нету. Давайте мулиган сделаем. Ой, я не сделал мулиган. Ой, жесть. Ладно, ладно. Так, что у нас тут? Блэс есть. Ну, это мы в любой момент можем качнуть. Да, ну хорошо, давайте начнем вначале так качать. У нас ничего делать не можем, окей. Смотрите, какой красавец вообще. Воу-воу, полегче. Это что такое? Ресурса нет. Как не игра, но пока что что-то скучновато немного. Ну, посмотрим там. Я еще не разобрался, базовой колодой какой-то играю. Меня реально убивает на циклон срочно. Посмотрите, что творится. Кто это вообще такая? Magic Flyer. Что? А-а-а, я понял. Magic нужен. Во, Magic Flyer. Офигеть. Вот это подстава. Подстава, подстав. Так, ладно, он-то вот один хп останется, ничего страшного, переживет. Наверное. И давайте готовиться, надо качать spell power на циклон, а то мы сейчас точно отщелим здесь. Но циклон очень нужен. Воу! Так, все. Тут, короче, все. Тут кроме как... А, как пьют-то! Три дэмэджа делает, я надеюсь. Да, три дэмэджа. Норм. Так, это вот сюда. Ты, понятно, застреливаешь вот этого нафиг. Так, и все равно все плохо, ребята. А, ну блокируем одного из них, да, давайте вот. Этого заблокируем. Так, и прокачать ресурс, конечно, spell power пока что. А, Серафиму, кстати, надо было поставить тоже. Ну, следующим ходом еще поставим куда-нибудь. Это что такое? А, опять Magic Damage. Блин, Magic Damage опять. Он flying? Да, он flying. Так, Фортуна. Серафим. А этого мы только можем... Да, надо качать это. Bless. Это 6 дэмэджа, это вообще очень... Это вообще нам не надо. Так, хорошо. Ставим тогда магический урон сюда. Здесь убиваем. Здесь стреляем, наносим 1 дамаг. Санбюрс юзать не будем. Что можем вообще сделать? Это бред. Хилинг можем заюзать, да, в кого-нибудь. Ну, давайте похилим вот этого, например. Окей. Ну где наш... Блин. Так, ну вот еще один. Это нормально. Слушайте, хп мало осталось. Вообще мало. Очень мало хп. Так, хорошо. Это сюда 100%. Серафима сюда. Здесь бьем так. Три дамага сюда. Три дамага сюда. И все. А, еще героям надо что-нибудь подкачать. Давайте вот это и качнем. Так, ну вроде как выруливаем, да, понемногу. Карт у него много. Серафим у нас блокирует. Это блокирует. Только вот эта линия, да, у нас пипец вот на этой линии происходит. Так, вначале надо стрельнуть, потом убить. Хорошо. Здесь. Опять же убили. Так. А вот здесь надо блокировать. Причем у этого 4 хп.
Его и надо блокировать. Что на Magic, Magic Flyer? Два атаки, два атаки. То есть, чтобы его не убили, нужно ставить его так и Windshield делать. И потом еще Грифона за ним ставить. Ни один из них не умирает, да? Хорошо. Тогда еще дрокар делаем. Еще хилочка. Хилочка нам нафиг не сдалась. Дрокард сделать можно. Не, не буду. Так, опять он спамит вот этих вот лучников бесющих. Блин, ну посмотрите, что творится. Офигеть, сколько их. Так, ну он не должен умереть. Умер все равно. А, это же флайер, а не лучник. Че я творю? Лол. Слушайте, так мы сейчас отчалим. Так. Давай спел пауэр качай. Давай карту бери. Что ты там взял? Блин, 8 хп. Что ж ты делаешь-то? Так, ну хорошо, это убиваем, окей. 2-2. Он двоих заблокирует, если мы его переведем сюда. И двоим тычек надает, да? А, отлично. Давайте переводим его сюда. Приста ставим сюда. Серафима бьем сюда. А, он тут не пробивает тоже, блин, краб. Серафима, проблема. Тратить это? Мне кажется, это нельзя тратить пока что. Надо было Серафиму плюс 2 сделать. Нормально бы себя чувствовал. Так, по регенерации провалимся. Немного. Блин, вот он четкий. Хотя уже заюзал, да? Блин, 8 хп. Так, ну вроде тут никто не умирает, да? Как бы. Одни флаинги. Блин, да достали эти флаинги! Пипец, сколько их! Жесть! Да это нереально, это не контрится, ребят. Вы что делаете? Так, ну вот, еще один блокиратор есть. Ставим его сюда, окей. Потом дрокар делаем срочно. Лучник. Нафига нам лучник? Боже ты мой. Так, за спину залетать. Смысл, кстати, есть. Как минимум завалим, да? А, так мы... Мы и так завалим одного, да, можем. Так двоих завалим, а два. Ладно, все это фигня. Чемпионник еще гес плюс 2. Атаки. Не, ну ставим сюда тогда Magic Damage. Убиваем. Тут, понятное дело, убиваем. Серафим 2 урона нанесет. Да, он... А, понятно, уже не нанесет. Серафим умрет следующим ходом, если мы его не похилим. Отлично, блин, сыграл. Офигеть. А, подождите тогда. Не-не, тогда вначале надо ударить. Теперь отхилить. Здесь тогда вот сюда стреляем. Здесь стоим, лечимся. Как-то так, в общем. Блин, пипец, как он спамит свою фигню. Так, ну это фигня. Серафим живет пока что.
здесь тоже. Где эта карта? Два по всем. Ну, что ж ты делаешь-то? Черт побери. Пробьют же ж. Пробьют. Блэс. Два дэмэджа. Все, хилинга нет. Тогда надо будет Light Burst сделать. Походу. Серафима следующим ходом тоже, походу. А, нет, не убьет Серафима. Отлично. Тогда здесь стабильно убиваем так. А что там поставили на меня? А, это я поставил. Тут. Тогда, чтобы спасти верхнего, надо будет ставить Lightning Ball сюда. Хорошо. Здесь мы без задоринки пробиваем его тогда. Пробиваем в лицо. Серафим бьет сюда, убивает эту тварь. Этот пробивает, бьет сюда. А, фланг милишный, да? Мы, кстати, можем заблокировать тут парней немного. Ставим сюда тогда и сюда. И пошли вы все нафиг. Ребята дорогие. Вот тебе еще поставлю, ты у нас хилишься. Тебе все хорошо. Во! Нормально зарешали. А, еще карту можно взять, оказывается. Ну, о, разрулились. Ха-ха. Фиг ты меня убьешь так просто, понял меня? Я уж думал, ГГ. А, это все. Фигня, 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 это все. One shot, one kill. Блин, вот кроме этого, конечно. Пробил этого чела. Угу. Так, ну постепенно его бьем, да? Вот Серафиму больно будет сейчас, кстати. Кажется, его даже пробьют. В любом случае, стреляй сюда. А, ну да, стрельнул, отлично вообще. Блин. Серафим помирает, да? В любом случае. Подождите, а почему? А, здесь не Magic Damage. Блин. Вот это плохо. Сейчас мы тут развалимся. Есть что-нибудь? Надо же было бить заднего. Ё-моё. Лучников у него нет. Friendly Creature. Ладно. Так, ну у него карты хотя бы кончаются, я не знаю. Так. А, ну тогда он Грифона не убивает, слава богу. Серафим убивает. Да, этот вообще бесполезный, кстати. О! Да, вот этот хорош. Давай. Ивент. Чтоб 4 было. Вот так, 3 даже. Так, давайте вот амбуш спот сделаем. Тут вообще никого не прибивает. Краб. Так, ну тут хоть одного забьем, да? Наш элементаль подохнет потом. А, циклон был! Твою ж. С циклоном по-другому бы сыграл, наверное. Сейчас посмотрим, может пригодится еще. Тут единичку вот эту как раз... А, она сейчас сама сдохнет, правда.
Все, начинаем разваливаться. Ай-яй-яй. Так. Понятно. Ты двигаться можешь вообще? Нет. А, мы выиграли уже. Чё я парюсь? Фух. Неплохая драка. В общем, завалили его. Изи гейм. Алтарь каких-то снайперов. Ну давай. Нергал. Ну вообще ничего не дали. О, тут клево, вот это мне нравится. Так, что у нас тут? Ну да, надо Радиант Глори качать. Чтобы было правильно. О! Два по всем есть. Слово света. Смотрите, какая штука. Аккуратнее с ним на... Чего на нем бросают? Компанию на этом ламере? Ну, удается, как можно. Смотрите, они друг друга бафуют, вообще имба. Знаете. Простите, я его поставил сюда. А, он был умер, да. Тот этот. Magic Shooter. Че такое дом? Ты вообще другая карта. Ага, понял. Так, баф. Шо? Так, еще какая-то гадость. Так, полегче, ребят, полегче, вы чего? Так, ну вот 3-1 у нас, да, появилось. Хорошо, тогда качаем Spell Power, ставим вот этого сюда. Он еще с протекшеном будет. Бежим, конечно же, пить его. Бежим пить сюда. Так, ну вот мы заблокировали, причем знатненько. Мы нанесу сейчас 3 дамаги. Надеюсь, хилинг зайдет. Так, это что там поставили? Enchant Creature. Инфект. Подождите. Инфект. Блин. Наинфицировали нас всех. Черт. Что ж такое-то? Так, хорошо, этого инфицировано, надо валить чем-то. Надо играть вот так, так. Так, ну вот здесь этого бить нельзя, пошел он нафиг. То лучника пробьют, заинфицируют еще. Хилочка. Не, хилочку тоже пока не надо, лучше. Тогда виншилд поставлю вот сюда. Да. Регенерация 1. Все кричеры. Friendly creature play again. Supply fails, heal not run. Да, я понял. Не кисленько. Так, сюда подставляться смысла нету никакого. Этого надо как-то скелета вообще убить. Он надоел. Так, это... Fountain of Youth потом заюзаем. Тебя мы убиваем. Тебя мы пристреливаем. Тобой мы берем карту, потому что надоел реально. Sunburst как-то поздновато, нет?
Тебя ставим сюда тогда. Так, берем вот этот ивент. А что это, кстати? А, подожди, еще и что-то есть. А, мы уже разыгрывали карту этим ходом, да? Давайте тогда два дэмэдж себе берем карту. О, следующим ходом заюзаем, отлично. Хилочка, хилочка. А, ладно, давайте хилочку сюда заюзаем тогда. Фиг с тобой. И все. Так, вот животное по одному ходу нас бьет. А вот 6, да? Immune Retaliation, Life Drain. Его мы никак не прибьем, здесь выход только один. Вот так вот, Lightning. И вот сюда, пошел нафиг, с Новым годом. Так. Ага, а тут что у нас? Ничего, 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 все. Бьем, бьем, бьем. За два, что еще можем сделать? Ну, можем, кстати, санбюрстом убить этого скелетона, нафиг, но я думаю, что это пока не важно так сильно. Давайте подождем. Так, Immune to Retaliation. А, его мы убиваем сразу, кстати. А вот куда зайдет сейчас. Так, инфект, Ричард, мили. Милишная фигня с инфектом. Офигеть, вот он травит как. Так, два дэмэджа по всем. Так. Хорошо, значит, вот это берем. Делаем кемпфайр. Смотрим. Не вариант, да, вообще не вариант. Санбюрст тогда сюда. Так, берем карту еще. Блин, вообще не то. Не, подождите, что я говорю. Давайте это юзаем. Тогда получается, да, play this card. И тогда вот этого вариора сюда. Так, здесь завалили. Здесь завалили. Ну, вроде норм. Блин, он же регенерируется, ё-моё. Так, еще один инфицированный. И здесь инфект, и в общем-то, все как-то не очень складывается. Два дэмэджа по всем. Получается? Не получается. Так, у нас 8 хп, это опасно, да? Так, давайте трое карт. Ага. Хорошо. Тогда ты сюда. Два, и тут сколько инфект? Два, пипец. Давайте просто в блок поставим парня вот этого. Не, подождите. Да отстань ты. Дрой карт сделай. Да, бесполезно. Просто в блок ставим этого себя. Так, этими всеми стоим, да? Стоим, стоим, думаем. Бить невыгодно. Так, ну и 4 хп осталось. Что это такое? Поставил. Так, все заблокировал здесь. Бьет сюда, гад. Так, хорошо, хорошо. Живем, живем, живем. Блэс! Ставим сюда.
Пробиваем вообще нафиг его. Бежим бить дальше. Так, вот. Тебя сливаем, умираем. Тебя сливаем, убиваем. Ты у нас живешь, да? Так. Надо вот это юзать. Тебя ставим сюда. Делаем фонтан of youth. Да, и убиваем вот этого. Можем дрой карт взять. Мне кажется, выиграли, нет? Так, зомбарь, у нас 2 хп. Еще 2 хп. Еще 2 хп. А где? А где? Где? Ты чё, борзел? Он мне все снес. Офигеть, так же можно. О, борзой. Так, хорошо, ты умираешь. Ты добиваешь его. Офигеть, нас носил. Так. Да мы должны выиграть, что за бред? Так, заблокировал. А, не заблокировал, все, мы победили. Как он убивает все, я не понимаю. Да, мы выиграли. Мы выиграли! Ха-ха, кто говорил, что я не смогу? Да с первой попытки. Pocket Zerg, ты чего? Такое, это ж легко было. Ты говоришь. Элементарщина. 50% человек заканчивает. Ладно. Паук? Какой паук еще? Так. Давай другую. Вот это норм... Да. Подождите. Enrage. When a friendly creature dies, this creature gains one range counter. Game plus 1 and plus 1 per counter. А, это же вообще пипец. Ему Immortalization 2-1 бегает. Тут такая подстава, я вам скажу. Тогда получается надо... А, он реталейшеном убьется и станет крутым. Да, тогда нельзя ставить. Сюда надо ставить тогда лучника. И лечить его каким-то чудом. Хотя, с другой стороны, мы можем сыграть тогда... Да, он реталейшеном убьет. Бредятина получается. 2-1, 2-1. Да, он, понимаете, убивает, и потом это становится 1-1, заинрейджится. А, потом... А, ну нормально тогда. Доставим. Тогда ок. Фокус. Подождите, а как он умер-то? Чё? Это же шутер! Что я сделал? Лол! Не, ну все, это ГГ. Я неправильно сыграл. Я... Это же шутер. Ё-моё. Во я краб. Какое лицо. Вы меня отвлекли, я сделал фигню. Тут уже не до смеха. Реально. Такую фигню намутил.
Я чисто ошибся. В чем за инрейджерсы? Откуда у него инрейдж? Да, ребята, вот я, конечно, закрабил. Так, ладно, давайте сюда сам. Этого парнягу ставить надо. И спел пауэр качать, походу, придется. Смысл бить? Не валим оттуда. Да я, блин, фигню сделал дикую. Я ошибся первый раз в этой игре, мне кажется. Достаточно сильно. А, ну так они по нулю бьют, что за бред. Так, хорошо. Три. Ого, слушайте, у него еще и отдача есть. Вообще опасный парнишка. Так, давайте этого ставим сюда тогда. Тут двоих пробиваем нафиг. Этот стал 2-2-2-2-2-2. Ну и фиг с тобой. Пьем по лицу. Все. То есть я не ошибся, у меня бы сейчас тут блокер был. Клевый. Где-нибудь стоял. Атак Энни? Шишкин атака, они кричали, кажется, Шишкин атака, они херонлив. Ну, кричим фронт. Чё-то у меня как-то плохо получилось. 9. Тут 6 залетает уже. Лол. Не-не, проиграли из-за начала. Я с началом провтыкал очень сильно. Реально очень сильно. Сделал полную фигню в начале. Это флайер, это милишка. Кстати, может быть, Серафима надо было поставить сюда. О, тут же это прыгает, бегает. Фигачит. Дизи вообще. Так, ладно, клирик есть. Тут еще непонятно что, да? Так, ну Блэс тогда ставим ему. Типа убили. А вам не кажется, что следующим ходом я просто умираю? По-моему, да. Да и фиг с ним, переиграем эту партию, потому что я реально зафейлил. Ужасно причем. Очень глупо сыграл. Не, ну еще можем выиграть, наверное. Не знаю. О-о-о! Вот это опасный дружище, смотрите, у него. Так, ладно, у нас 3 хп осталось, нам надо блокать ее. Мы как-то можем это сделать вообще? То есть нам 100% надо делать. 3-6. Не хватает манны. Хорошо, делаем так. Да, допустим. 5. Что успеем убить? Что закрабит, не знаю. Не знаю, как она работает. Наверное, надо сюда ставить, чтобы эта штука не пробежала, да?
что он сделал, почему они оба умерли. А, он переместил. Так, ну живем еще. Живем. Так, сюда. Windshield. Приз сюда. Так, этот стреляет, он не убивает его, один дэмэдж должен наносить. По-моему, если я все правильно понимаю. Здесь мы можем Серафима убить. Заднего, например. Сколько у нас маны, да. Просто валим заднего. Ставим так. Итак. Давайте обилку заюзаем какую. Не знаю, давайте эту. О, все, мы проиграли, кажется. Да. Слушайте, он там магией как-то заюзал и убил нас просто. Ну блин, ну все из-за начала, не хватило одного хода. Первое поражение. Беда какая-то. Слушайте, ну это же легко было. Блин, переигрывать не люблю такие партии. Ужас, ужас. Что я натворил? Так. Реально все было отлично. То есть вот этого чела надо было просто поставить вот сюда. И все. И мы выигрываем игру. А я из-за того, что просто потерял ход, соответственно, и получил лицо. Да. Краб, в общем-то, это называется. Это называется тупо краб. Так, теперь. Ставим этого парня сюда. Аккуратненько бьем. Так, виндшилд есть? Нет. Твою ж. Блин, тоже тупо его ставит так. Да. Так, канцел, отменись, пожалуйста. Давайте тогда increase spell power. У нас есть грифон. 2-2-3 или 3-0 лучник. Если мы убиваем этого парня, да, то как бы это становится 1-1. А, ну он никак не убивает его, хорошо. Тогда мы спокойно пробиваем. Этого отводим, да? И на его место ставим. Соответственно, вот так. Соответственно. А, нет. Так получается. Хорошо, тогда сюда ставим все равно. Окей. Этим убиваем его. Но этот дэмэджа не нужен нанести никакого. Да, так норм. 2-1. Он даже не атаковал, смотрите, с него. Молодец вообще. Хорошо. Наконец-то что-то зашло полезное. Так. Улетаем сюда. Ставим толстячка. Бьем. Сюда. Улетаем. Сюда. Кстати, смотрите, у меня тут же имба какая-то есть. Я какой-то фигней занимаюсь. У меня же имба есть, ребят. Оказывается.
ну-ка. Сейчас раскастимся. Так, хорошо, хорошо, хорошо. Отлично, мне вот это нравится. Отменись-ка. Давай-ка хилку сюда ставь. Если я убью, то станет 2-2, один дэмэдж принесет. Ну пофиг. Так, а здесь лупить начинаем очень жестко. И вот мы уже, у нас уже приори... Ну... Так, 2 дэмэджа, отлично. И этого ставим сюда. И вообще дефаем вообще все клево. Так, классно, классно. Кентавр Арчер. И Гарпия. А как она за... Да ты офигел, что ли? Прибежала за ней, начала лупить. Нормально, блин. Чуть тебе не хватает. А-а-а. Хорошо. Так, Блэс. Кого наказать с Блэсом? Похилить бы его. С Блэсом помрет. Но кентавра надо убивать. Он бесит реально. Так, хорошо. Здесь стоим, думаем. Тебя тогда... Тебя ясно перец бьем, тебя тогда ставим сюда. И лечиться будешь. Так, а ты тут тогда танкуй. Стоим в дефе. Харсон будет потом, мы тут подождите, сливаем что-то. Так, подождите, он вернул меня зачем-то. Это убил, понятно. Здесь тоже завалил. Да ты офигел, что ли? Ну, фигню какую-то дали, а. Так, ну Гарпи хотя бы эту заваливаем. То нормально. Так, хорошо. Эту мы теряем, но я ее поставлю сюда, пусть танкует против 3 дэмэджа лучше. Хотя нет, почему 3? Пусть 2 танкует. Она же не умрет два раза, по 2 за может станковать. Хорошо, ты. Ты тогда. Или этого поставить и забить. Давайте бить ему лицо быстрее, реально. У нас вроде как это получается. Юзать молнию или не надо? Вот, не вопрос. И юзать в кого тогда, непонятно. Следующим ходом я могу его убить. Да, не будем юзать. Он ошибку сделает. Но нет. О, это же атаковать не могу теперь. А чё, как он двигает там что-то? А, вот теперь мы можем его убить. Норм. Норм получилось. На-ка тебя. Ты стреляешь. Дискарты карт, тендрой карт. Ну вот этот фонтан фьюф вообще не в тему. Так, а что вы скажете насчет... Поставлю. А я ее сюда поставить не могу. Лол. А тогда ты сюда опять. И лечись. Хе-хей. Еще карту давай брать быстрее.
А он бить не может, может. Атаковать не может, он может только подвигаться, да? Как краб. Хорошо, тогда двигайся сюда, лечиться будешь. О, норм. Так, ты стреляй. Все вообще нормально. Что это было? Что он сделал вообще? Я думал, у меня все хорошо. Все, ты погиб? Скажи, что ты погиб. Нет, он не погиб еще. Офигеть можно. Бей. Блин. Ну что это такое-то? Карту давай. О! Двойной удар. Сюда. Хорошо, давайте фонтан тоже поставим. Сейчас лечение будет. Три карты это точно разыграет. Слушайте, опять что-то там. Блин, опять испепелил все нафиг. Да! Да как так-то? Я уже не знаю, как поставить, чтобы не умирать. Вообще, видите, что он творит? У него карт еще дофига. Ну, там что-то регенерация, фигня всякая. 3-6, блок сюда. А мы выиграли все равно, пошел ты нафиг. Проиграл ты. На тебя. О-о-о! Magic Resist! Чё я сделал? Лол. Там был Magic Resist. Йо. Первый театр. Вот что я творю. Я не прочитал. Да ладно, мы сейчас проиграем. Ну как так? Не верю. Не вздумай проигрывать. Все, мы выиграли. Фу. Не знаю, что там. Зигзагом ставь. Такая. Все. Easy game. Уже начал пригорать реально. Че тут у нас? Callback. Все? Это вся компания? Да ладно. Это все? А теперь старт буст. Какой старт буст? Вот сюда, да? О, 5 паков у меня есть, смотрите. О! Windshield, телепорт. Hellhound, Succubus, Icy Weapon, Lesser Air Elemental, Sunburst, еще один, Wretched Goal, Frenzy, Blood, Pool. Архлич. И гейзер. Один клич, он эффект френда клич, сейчас мы настим, да. Что такое апдейт? А. Тихо, у меня тут паков, смотрите сколько. Карт миллион вообще. Блад шаман. Вот этот скелетон вообще противный. Он же... А это нет, это не этот скелетон, который травит.
Так, это мы видели. Firebolt. Клево. За одну манну. Heal. Chaos Reed. Gold Pile. Fate Weaver. Угу. О. Orc Camp. All friendly creature within range gain range counters. Фига себе. Еще пак. Increase your level by 1. Lesser Fire Elemental. А зачем Джокера менять? Вот, Циклоп, смотрите. Это крутая карта, похоже. 7-4, 7-7 по хп. Да, и заключил Still Alive after first attack, это attack second time. Buff attack 4-2-7. О-хо-хо-хо, клево. Циклоп я люблю. Давайте еще. О, смотрите, тут пак меньше. Арена. Почему? А я не могу другими колодами играть, что ли? Champion of the... Герой! Вот герой! Героем же можно играть. О, герой! Так вот, герой у меня есть, смотри. Я героя вытащил. Это... Герой — это редкость или нет? Где вообще редкость карты? Ты написал нет или некр? Нект. Некр нет. Почему некр нет? Зайди в колоду. Еще один герой! А, ну это стандартный какой-то. Да, это стандартный. Фигня какая-то. Колоды. Ну вот я зашел в колоду. Так вот, в колоды. Heaven Deck. Но я вижу, вот она. Так. Её собираю. А почему я вот click here to crit? Enter name of your deck. И начинаешь заново. Героический пак. Card exchange. Пипец тут. О, это что такое? Почему так много всего? Подождите, мне надо купить пак еще. Смотрите, сколько у меня денег. Дофига всего. Идем, Макс, магазинчик. У нас 1000 силов. Мне сказали, надо... Ну, конечно, с людьми, а с кем еще тут играть? Мы же сделали все уже. Смотрите, здесь... Starter Deck Sale. Есть лимит у Start Pack за 1к. За 1к здесь только вот один The Box есть. А, так я ничего другого купить-то не могу, по сути.
Блин, а почему чемпион бокс нельзя купить? Смотри, там скидка какая, 2400 всего. Ребят, кто-нибудь в курсе? Это что такое? О, герой продается. Что, один герой только? Хардстоун, эта игра не очень интересна. Да будет Хардстоун через сколько? Через час, наверное, уже. Ладно, ладно, уговорили, хорошо. Блин, я купил что-то. Десять паков. Да ладно. Abyssal Lord. Смотрите, ну это все фигня. А вот здесь самые легендарки, да, Шер, или как? Ведь они золотым подсвечены, по-моему. Смотрите, это золотые карты, да, или что это? Почему они... Почему некоторые в рамочке золотой, а некоторые в красной? А, новые. Понял. О, ивент. Чан Кричер. Enter the battle, draw a card. Смотрите. Какой-то лайпер. Broken Bridge. Арена Sunburst. Sunburst у меня был. Клево. Вот, 4 новые карты. А легендарки золотые падают здесь? Ого, смотрите, сколько, 6 новых карт. Так это же был вроде. А, это нет, это Demented. Tall Creatures? Чё себе. Первую карту твой герой. Ну я понял, понял. А зачем тебе это? Ну вот, мой герой. Нет, где он? Вот, Кассандра, Seeker of the Light, мой герой, оказывается. Ой, я его кто-то убрал. А, вот он. Никакие. Свет и магию какую-то. Вот эту, наверное. И вот эту. Нет. Вот эту? Light? Не, подождите. А, вот, наверху. И это две магии, да? То есть я могу брать Heaven. Ой. Наоборот, все вот это хайд делаем. Оставляем heaven и сделаем хайд здесь. И вот это видим, да, теперь? Правильно я говорю? И у нас тут герой, ивенты. Нету ничего. Вот, Sentinel. Radiant Glory, Sun Rider, Imperial Guard. Вот новая карта, по-моему, Imperial Guard. У меня вот такой нет. Спылы у нас новые. Ничего нового, да? 3 из 5. Ага, 3 из 5 у меня в колоде. Outpost, River Gems. Тут ничего нового. Я понял, как собирать. Ладно, пошли паки дальше открывать. Может, что-нибудь зайдет приличное это хоть? Приличное что-то должно же быть или нет? Или все тлен? Тлен, да. Так, ну я не вижу ничего, что из нашей колоды вообще. Ничего.
дала. И это, вот наша колода. Вот наша колода. Но эти карты у нас были, поэтому... ничего такого особенного. Надо смотреть. А, ну это было уже, да. Так, вот это новое. Не наша, не наша. Вот, писющий арчер, не наша. Не наша, не наша, не наша, ничего не наша. Ну, что-нибудь наше вообще зайдет или... О, новенькое что-то. Дварвен Смит. Так. Вот, пожалуйста, наша карта. Нет, не наша. Это ивент. О, еще, Империал Гриффин. Вот, новая карта. Чардж. Клево. Да, Грифон хороший пришел, я уже вижу. Вот еще одна тема. О! Эксперт Марксман. За двоечку. Наконец-то хоть что-то приятное. Это что такое? Понятно. Марксман пришел. И последний пак. И это все, что ли? О, вайлдкард дали какую-то. Так. Простой марксман. Ничего особенного опять, да? Все. Переливающийся? Я не вижу ни одной переливающейся карты. Как-то тут все мелко, как-то противно. Ладно, что там еще надо купить? У меня вот 63 тысячи золота надо что-то купить, сказали вы. Надо что-то покупать. Что можно купить? Давайте на турнир пойдем, что ли, там размажем кого-нибудь. В щи вообще. Void Rising? Почему Void Rising? The Void Rising. А почему не Geralt of the Void Pack? Second expansion. А, это second expansion. А, подождите, а это какой? А это... 8 комнат, 1 рейд, эпик. Архероик. Премиум карт. О, смотрите, тут получше есть. Премиум. Там вайлдкарты падают. Почему не смотреть на премиум? Премиум самый торт. А почему не реинфорсмент? Они, смотрите, самые дешевые. Хотя, подождите, реинфорсмент я же купил только что 10 штук, походу. Да? Да, точно, The Box. Вот они были, Reinforcement, там бустеры были все. Чё, две карты в бустере? Личку на Твиче. Хорошо, спасибо, посмотрю. Да, то есть вы... А почему премиум-то не покупать? Смотрите, премиум же круче. Там золотые карты написано, клевые. Ребят, скажите мне, у меня есть хоть одна золотая карта? Я что-то не пойму. О, три героя. Эпичные карты. Вот эпик. И вот эпик. Рарки. Подтверждаю, премиум круче. Во, видите?
А Сешин почему-то нет, а ты не зеленым больше отмечен, ты какой-то не тортовый. Премиум. Мне эти карты премиум. Нет ни одной золотой. Я хочу знать, как выглядят золотые карты, ребят. О. У тебя ты зеленый, а у меня ты не зеленый. Так. Подождите. Что это такое? Это магазин, это профиль. Профиль. Ело. Скилл рейтинг. Почему ело? Коллекшн. Смотрите, у меня почти все карты есть. О! Не, подождите, где? Где? Да, давайте будем коняшкой. Нет. Медведы. Нет, или что это, драконы? Или грифоны, не знаю. Во, грифоны. Точно. Мишин. Только... Как? Я все же сделал. Я же все сделал. Forgotten Words надо покупать. У тебя фортуна была элитная. Gold Pile вроде. Разве? Ну я же вот отметил, смотрите. Вот видите, все карты отмечены. Я вот при... О, точно. И это все? Как фойловые карты в Magic the Gathering. Да ну, Hearthstone круче сделано. ФВ только за печать выгодно покупать паком. Что? Что такое ФВ? А, Forgotten Wars. Так у меня нету этих силов, вы чё? Ладно, 65 тысяч золотых. Давайте, что покупать, говорить сразу. Я куплю, так уж и быть. Там карты новые какие-то будут мне падать? Вот, что вы там говорите? Void Pack, да, покупать? 3 Void Pack, да? Так, покупать их или нет? Зачем вообще золото? Тут же вот эти паки нельзя купить за золото. А, вот этот. Вот этот, да? Потратился золото вообще ни за что. О, wild card. О, новенькие карты, все вообще, ну, а, ну это новый пак. Герой эпический. Чего такое? Чего смеетесь? Чего, ха-ха, я не то купил? Я не то купил. Или что смешного-то? Герой рыбы из первого же бустера. А что, это круто, да? О, рыба, точно. Это же новая раса.
Герой рыба. Так давайте рыбами играть. Смотрите, здесь рыба есть. Хонор. Плюс... О, так Хонор дает плюс к атаке. Офигенно, сейчас колоду рыб соберем. Ну-ка. О, еще один вайлдкарт. Вон еще рыба. Ух ты. Это ж наш чувак, да? Guardian Angel. А, это магия. Cannot be targeted это. Райдер какой-то. Destroy target ongoing fortune. Ну, потому что я на стриме. Смотрите, еще рыба. Шаргвард. И Ванизам... А, Шаргвард вообще слабенький. За одну 2-1-2. За 4-3-1. А, без Хонора. Вон еще рыбы какие-то. Точно, это тоже рыба. Target creature friendly cards in owner's hand. Прикольно. Еще один wildcard. Кирин. О! Ward against darkness. All friendly creatures gain dark ward. When friendly creature left in play, destroy... A creatures with dark ward cannot be target of darkness spells and are immune to the damage and effect of darkness... О, так это ж круто! Это же иммун! Иммун к заклинаниям. Походу. Да? Или нет? Ладно, герой альянсов. Убираем всю эту хрень. У нас две магии есть, да? Until your next turn, creature from Enchanted Rock can be target. Так это только на один ход, это что-то не очень, да, тело. Storm Arrows, вот это крутая вещь. Представьте, лучниками заспамил все, потом так и все. Какие наемники? Нейтральных я могу брать в колоду? Подождите, вот этих Stronghold это не то. Академия могу брать в колоду? Или нейтральных могу брать в колоду? Нейтральных, да? А магию только вот эти две могу использовать, да? А это что такое? Rewards, Forgotten Wars, Heralds of the... А, это вот эти вот. Я понял. Но! И как колоду составлять, собственно? Собственно. Так. Power Hunter. Шутер. Фу, какой слабенький, посмотрите. Шутер вообще не очень... Это разве... Да, это... Мерченери не очень... Бард. Юник Кришер, кстати. Вот это клёво. Трое карт, кстати, за 2-2-1. А, и все. Такой блокер. Так, винтурка какая-то. Ну, я вам скажу. А что вот это значит? 1/4. 1-1. Ну, это значит, у меня одна карта. А таких что, у меня 4 карты, что ли? У меня таких 4 карты и одна в колоде, так? Или нет? Или как это понять? 1-3. Угу. Да нафига их так много? Сколько я могу всего карт в колоду взять одинаковых? 2 из 5 вообще пипец. О! Вообще имба какая-то.
Смотрите, какая клевая тема. Двести девять карт в колоде одной может быть? Что, издеваетесь? Потому что колода никогда не кончится. Элементали. 3-2-4. 2-2-6. Не, 2-2-6 гораздо круче, я так думаю. Иммун Торитэш Чардж. Вот, смотрите, за 4. Это элементаль какой-то, а тут посмотрите, какой чувак. Грифон. О, еще что-то могу. Angry Weaver 3-3-7. Тоже неплохая тема. За 5. Burial Guard. Lethal damage to your hero, to Imperial Guard. Imperial Guard можно поставить как танка. И лечить его постоянно. Хилочка. Так, ну это мне не нравится. Это мне нравится. Ой. Так, Render Enemy Creature to its owner hand. Then deal 6 damage to all enemy flying. Father Sky Wrath. О! Gold Pie. Pile. Только потому, что она золотая, возьмем ее в колоду. О, смотрите. Вот эта карта прикольная, уничтожать фортуны. Так, подождите-ка. В ПМЕ на ГГ пару кодов тебе кинул. Ну давай. Вы уже зашли на сайт, говорят. А чё за коды? Ё-моё, чё, куда ты их? Это я видел, там что-то вводить надо было. Куда вводить-то? Чё вводить? Или в магазине надо вводить? Ну вот. Все коды выводить? Ой. Блин, ну вводил. И что это дало мне? Ну один сработал, смотри как код. Давай дальше. Что-то дало, непонятно. Special reward. New gift. Ну и где этот гифт? Ладно, непонятно, в общем. We are no trolls. Смотри-ка, работает, клево. Что, еще коды будут? Кто знает еще коды? Я знаю, только вот 4 мне дали. Так, ладно. Денег никто не дал. Паки. Еще сообщение, чекни, еще один код. Ну-ка посмотрим. Еще. Нифига себе, сколько кодов. Да мы читеры. Коды же нельзя использовать, это же не по хардкору, ребят. Тихо, говорит, что не то. Что-то. Неправильный код.
Не, последний не годится. Так, хорошо, мне там дали что-то. Паки. О, wild card. О, пак, смотрите, какой открыли. Причем не показывают даже. Золотая карта! Да ладно, сколько тут золотых? 4. Нифига себе. Золотого героя могут дать? Смотрите, все карты новые, все золотые. А, ну, потому что золотые, наверное, новые. Клево. Еще. Еще золотые. Имба. Имба. О, Light Speed. Примптив. Че за фигня такая? Вот первый раз такой скилл я вижу. Шреддер. Фига себе, он злой. С Double by 1. Conscription Day. Клево. Клево, клево. Это рыбы, да? О, эпичная штука. Кажется. Еще один пак. 5 золотые, что ли? Нет, не золотые. Это фигня какая-то. О! Смотрите, это вообще приз бешеный. Squire. Ranged Guard. Remove 2 from. О, можно так задефаться. Это против лучников, да, всяких вот таких вот. А Magic Shooter это тоже ли? Или это только не Magic Shooter? Shooter Creatures. А, наверное, все. Это шутер? Шутер. А Magic Shooter? Работает это, интересно? Как вы думаете? Клево. Короче, надавали мне всего. Теперь я счастлив. Что дальше делать, фиг знает. Когда Хардстоун будет? Там же написано. Хардстоун в 6.00. Через 12 минут, получается, начинать Хардстоун надо. Хардстоун через 12 минут. Ну ладно. Тогда Хардстоун надо играть, раз через 12 минут начинается. Пихай все в деку. Не, ребят, я обещал Хардстоун, надо действительно в Хардстоун поиграть. Сколько меня смотрит вообще вот этот беспредел, который я тут показываю? 48 человек. Фу-фу-фу. Что-то маловато как-то. Невыгодно такое стримить, невыгодно. Абера стоит, смотрит по 1500, а нас не смотрит никто. Клево. О. Ачивки какие-то. Ладно, давайте в Хардстоун перегружаемся. Как выйти отсюда? Па-бам! Потому что меня попросили, поэтому и решил. Так, Хардстоун, Хардстоун. Давайте на Твиче тогда сделаем анонсик. СК2 тоже. Mm-hmm.
Не, что за фигня? Так. И на Твиче надо сделать еще. Ща все будет. Так. Heroes of Warcraft. Ой. Блин, а почему бэкграунд-то испортился? Блин, случайно титул бэкграунд испортил. Вообще не то. Ладно. Здесь сделали, здесь сделали. Делали, здесь сделали. Все сделали вроде как. Фу, голова заболела. Так, ладно, давайте сейчас еще чаю сделаю себе, и будет вообще все хорошо.
Так. Ну чего там? Ну вот, детский Хардстоун, опять говорят.